Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хочу устроиться на работу, нахожу, потом не нравится. Ищу работу, сборка, комплектовка. Есть образование, офис-менеджер, низкая самооценка, из-за этого не хочу идти на работу по специальности. Друзей нет, отношений тоже нет. Смотрите, ваша ситуация понятна. Вопрос заключается в том, чего вы хотите от психологов, какую конкретно проблему вы хотите решить. А на мой взгляд, проблема здесь не связана с работой или с отношениями. На мой взгляд, проблема здесь связана именно с вами, она системная, она повторяющаяся. И это, конечно же, самооценка, это, конечно же, страх неудачи и так далее. Вот. И с точки зрения психологии вам надо бы начать психотерапию, да, для того, чтобы совсем разобраться, вот проработать свои какие-то моменты, которые вот у вас есть, которые вас беспокоят, да, тревожат. И, в общем-то, в этом направлении работать. То есть... Заниженная самооценка – это, по сути дела, такая реакция на требования к себе неадекватные, да? Вот. А неадекватные требования к себе – это же, по сути дела, интроект. То есть я должна быть вот такой, я должна быть такой и так далее. Интроект желательно разрушать посредством агрессии, которая у вас на это возникает. То есть это все делается в психотерапии. В целом хотелось бы поисследовать ваши представления о себе, какие они, да? Вот. То есть что это за представление у вас о себе, что они себя представляют. Вот, как они выглядят, и, соответственно, их как-то уже вот корректировать процесс работы, их уже корректировать. Вот, сейчас это, опять же, представляется слабо возможным, да, потому что предельно мало информации. Крайне важна ваша цель, которую вы ставите перед собой, допустим, желаете на работу. То есть вот какая цель? Чего вы хотите? Я бы сказал, что имеет место какие-то такие вот немножко депрессивные у вас тенденции, да, вот в том, что касается вас, в том, что касается вас, в том, что касается вот, отношения к себе, имеет место какие-то депрессивные моменты. Вот, опять же, здесь что нужно? Здесь нужно поисследовать это, да, посмотреть, связано ли это с психологическими моментами, или это больше про химию тела, вот, соответственно, если это химия тела, то, пожалуй, что имеет смысл обратиться к врачу, вам, вот, врачу, психотерапевту, клиническому психологу, вот, психиатру. Вот. Нужно тут поисследовать этот момент. Вот. И дальше уже работать. Вот. То есть, в этом направлении. Вот, значит, то, что я могу вам здесь сказать. Вот такой вот момент, на который я бы хотел обратить вам внимание сейчас, вот, с точки зрения психологии, да, с точки зрения вот,
психотерапевт. То есть, ну, понятно, что ситуация неприятная, вот, понятно, что ситуация такая, не очень хорошая, вот, вот, но я думаю, что работать в этом направлении, в принципе, можно, и решить все эти вопросы тоже можно, вот, поэтому главное, чтобы вы хотели работать, да, над собой, главное, чтобы вы хотели делать что-то. Вот, и, соответственно, я думаю, что все будет хорошо. Вот. Такая вот история, я думаю. Я думаю, такой примерный момент. Нужно отметить. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Да, еще очень важный момент есть, на который тоже хотел бы обратить ваше внимание. Это вот то, когда вы говорите, значит, о том, что вам работа перестает нравиться. То есть, ну вот. А, значит, вы находите, чувствуете, что она вам не нравится. Вот что происходит, как это происходит, потому что, ну, есть ощущения такие, что когда вам работа не нравится, то вы обесцениваете это. Это как будто бы страх неудачи, да, страх неудачи. Либо же наоборот, страх успеха, то есть какой-то страх, вы себя тут вот обрываете, условно говоря. Обрывает себя в достижении чего-то, ну, в достижении какой-то цели своей, да, в достижении каких-то результатов, вот. А вряд ли это случайно. То есть то, что вы, вот то, что вам перестает нравится, это психологическая защита. Вот, я думаю, что можно будет вот попробовать немножко пофантазировать, вот. Что было бы, да, если бы вы вот, ну, если бы вам не перестал нравиться, как бы это развивалось, что бы с вами происходило. Думаю, что вы увидите опять же некоторые моменты, которые вам покажутся любопытными здесь. Вот. Далее вы говорите, ищу работу, сборка, комплектовка, но если я правильно понял, то как раз это вам не нравится, то есть вы находите эту работу и как бы вам она не нравится. Вы пишете, что есть образование офис-менеджера, как вы его получили, да, как вы к этому пришли, как вы его выбирали, Валерия, это очень важный момент. Вы пишете, что низкая самооценка, а как вы понимаете, что у вас низкая самооценка, что на это указывает, как, из-за чего она низкая, по вашему мнению, вот, хотя бы, то есть мы здесь не надеемся найти какой-то ответ, такой вот прям точный, мы надеемся здесь скорее просто получить какую-то площадку для исследования, вот. А вы пишете, из-за этого не хочу идти на работу по специальности. А как это связано, да? То есть вы пытаетесь какую-то свою проблему решить через работу. Это ошибка. Вот, свои личные проблемы через работу не решаться. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращаться.